Ё-моё. Ребят, что, повелись? Не переживайте, я не слепой. Я просто подготовил новый пранк для пацанов и Эли. Около месяца я готовился к этому ролику. Придумывал историю, как же я мог стать слепым. И, конечно же, тренировал свое актерское мастерство. Пожелайте мне удачи лайком под этим роликом, потому что в процессе видео вы не сможете это сделать, так как вам будет это очень интересно, и вы просто можете отвлечься. Поэтому сделайте это прямо сейчас, потому что я очень сильно старался, и я уверен, что мой пранк получится. Ну и, конечно же, не забывайте про наш розыгрыш. То есть каждые 100 тысяч подписчиков мы разыгрываем приз на 100 тысяч рублей. И совсем скоро будет очередной розыгрыш, поэтому не пропустите на него. Подписывайтесь на канал и участвуйте. Так, ребята, давайте я расскажу вам о моем плане действий. Прямо сейчас я зову ребят домой и говорю, что мы будем снимать новый ролик. Ну, и типа нам нужно, чтобы всегда снимал оператор нас постоянно прям, потому что новый формат, типа все дела. В общем, ролик будет называться для них 24 часа живем жизнью LMT. Типа, что мы делаем, как мы едим, вообще все. Ну, такая, знаете, бытовая наша обстановочка, чтобы ребята вообще не заподозрили, почему нас всегда снимают операторы. И почему даже, когда у меня ожог глаз, например, оператор тоже дальше снимает. Ну, чтобы на всякий случай подстраховаться, может, что-то пойдет не так, или оператор будет другое место снимать и не уловит момент, я развешу по всему дому скрытые камеры. Так, в общем, надеюсь, у меня все получится, и я разыграю, наконец-то, еще раз моих ребят, потому что я уже снимал до этого ролик, который не вышел, потому что у нас не получилось ничего. И я бросил себе такой, знаете, вызов, что я должен их все-таки разыграть. Поэтому им хана, я все спланировал идеально. Идеально. Hey, what's up, ребят? И сегодня мы вам покажем 24 часа, как живет LMT. Что ты, Эля, будешь делать сегодня? Расскажи нашим подписчикам. Так, я сегодня буду кушать, спать и смотреть сериалы, так как сейчас выходной. Ты че, серьезно? А кто убираться будет? Нам надо иногда и дом убирать. Я предлагаю сейчас начать с уборки, а потом продолжить заниматься другими делами. Показать, чем вообще делаем. Я чур не мой пол. Чур, я не мою посуду. Ты моешь пол, получается. А я буду посуду мыть, ладно. Ну еще как бы полки есть, телевизоры, диваны, поэтому вы этим займетесь. Хорошо. Проблем. Что, погнали тогда? Давай. Ну что же, все пока что идет по моему плану. Вроде бы они там сейчас убираются. Блин, ролик снимем и дом еще уберем. Так, а теперь надо бы сделать вид, типа я обжег глаза. Я уже прочитал в интернете, как можно это сделать. Все, что нам надо, это вот такая вот штука химозная. Видите, здесь даже написано «Осторожно». Так что даже когда они возьмут эту бутылку и прочитают, они тоже уже испугаются. Дальше мне надо перчаточки. Только, ребята, не повторяйте этого ни в коем случае, потому что это реально опасно. И я буду это делать с особой аккуратностью. И плюс я этого даже сам делать не буду, я просто сымитирую. Так, откроем ее, типа она открыта была. И намочим немного руки. Ну, типа, знаете, мои руки сейчас в этом средстве находятся. Ну что ж, теперь самое сложное осталось. Это правдоподобно показать, что мне реально очень больно. И, типа, глаза обожжены. Раз, два. Блин, одна попытка есть. Раз, два, три. А, блин, а, что ж так больно? Леха, что ты там разорался? Да я не понимаю, мне очень... горит! Блин, что, вот... что такое? Что случилось? Я не могу говорить, мне очень больно, ребята. Что случилось? Ты можешь нормально это сделать? Я хотел в эту прочистить, трубой залил средство, потому что забивалось. Она попала на перчатки, у меня глаз зачесался, и я начал, короче, поправлять. Не трогай, не перчатки. Да я не могу, мне очень больно. Давай уберем перчатки. Стой, пошли быстро промывать, пойдем. Давай. Все, я сейчас скорую вызову, Леха, подожди. Да подожди, какая скорая, еще рано, может все нормально. Да какое нормально, ты средство себе в глаза попал. Капец, она живет, она не помогает. Может, все-таки реально скорую? Да, кажется, надо. Ну, скоро 200 лет будет ехать. Позвони лучше с моего кармана, возьми телефон. У меня есть там частная. Как она подписана? Скорая помощь. Здравствуйте, нам нужна срочно помощь. Я не знаю, что случилось. У моего друга ожог глаз, я не знаю. Скажи, средство попало. Через 5 минут буду. Нормально, довольно быстро. Так, пойдем, приляжешь. Давай. Леш, сильно болит? Ну, жжется, пипец, сильно. Все, Леха, скоро приехала, проходите быстрее. Что случилось? Я не знаю, как обжег глаза, я не знаю, что с ним делать. Да, мы его забираем. Какой-то химией. Мы вам все сообщим. Здесь все будет нормально. Жесть. Ладно, погнали собираться. Так, все, ребята, миссия выполнена. Кулачок. Ух, спасибо за помощь. Блин, кстати, первый раз скоро езжу. Интересно, что тут есть? Какая-то лежанка для капельниц. Так, ну они вроде бы поверили. Они нам поверили же, да? А куда обживаться? Ну это хорошо очень. Даже мигалки включили, вообще кайфово. Думаю, они сейчас находятся в полном шоке. Я еще установил там камеры, как я вам и говорил, и будем смотреть на их реакцию. Поехали в больницу, а там продолжим наш пранк.
Так, фух, я уже в больнице, и пока что вроде бы как все идет по плану. Но в момент, когда мне надо было показать боль, я думал, я засмеюсь. Вы знаете, этот закон подлости, когда ты хочешь сделать одно, а получается все совершенно по-другому, но я это вывез, и у меня все получилось. Вот знаете, что самое сложное было? Это нанять подставных врачей, чтобы у них был костюм, крутая тачка, точнее скорая помощь, ну вот прям как в реальной жизни. И это было очень сложно, но у меня все получилось. Поэтому поставьте за это лайк, потому что это было очень дорого. И потребовалось кучу времени, чтобы найти таких людей. Я думаю, я заслуживаю эту поддержку от вас. Потому что все это я делаю для вас, чтобы вам было это интересно смотреть. Ну и, конечно же, посмотреть на реакцию моих друзей. Кстати, отличная идея. Сейчас как раз-таки сразу же и посмотрю, чем же они там дома занимаются. Волнуются или нет? Так, где это приложение? Всегда ее теряю. О, вот она. Ага. Просто ходят. Судя по всему, Эля очень сильно нервничает, а пацаны ее стараются... успокоить. Ну, блин, непонятно, звук не передается, ребята, звук не передается, я не знаю, о чем они говорят. Ну, по эмоциям вроде бы выглядит, что они волнуются, ладненько, окей, значит, все идет как надо. Так, ладно, переходим ко второму этапу. Сейчас Митистрайн позвонит и скажет, что меня можно забирать. Ну и, конечно же, наложит мне повязку на глаза, чтобы выглядело все максимально реалистично. Ну, а что будет дальше, мы с вами увидим. Кстати, совсем забыл, надо же еще камеру установить, чтобы вы могли тоже посмотреть на реакцию ребят. Так, давайте вот это вот сюда поставим. Лёш, к тебе можно? Думаю, да. Ты как? Да все нормально. Что врач говорит? Сказал, просто небольшой ожог должно пройти. Болело, правда, капец, как вы не представляете. Он мне вколол какую-то штуку, и все прошло. Я не понимала, как ты это вообще сделал, дурак? Да, по дурости, просто протер глаза называется. Знаешь, зачесались от паров этих. Так а что теперь делать? Что прописали? Ну, я вообще не видел, что мне прописывали, но сказали вроде какие-то капли и что-то еще. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Скажите, что с ним? У Алексея прошла операция успешно, но у меня для вас неутешительные новости. 95% пациентов в таком случае с ожогом сетчатки глаз остаются слепыми. В смысле слепыми? Да, ребята, успокойтесь, шансы же есть. Сказали, есть небольшие шансы, значит, все будет. Мне врач сказал, что все будет окей, так что расслабьтесь. А что сейчас делать? Сейчас мы снимем повязку. Кажется, выйдите, пожалуйста. Мы тебя там ждем. Да, окей, хорошо. Нормально, вы, конечно, их испугали. Нормально. Так, чем вам это? Да это приколы обычные, шутки. Разыгрываю друзей, пранки. Смотрите, чтобы не по-настоящему в следующий раз. Да, все будет в порядке. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Так, аккуратно, Леха, здесь диван. Да я вспомню тебя здесь. Давай я отодвину. Ё-моё, кто сюда диван поставил? Я же сказал, что здесь диван. Ты поставил. Давай, давай. Так. И что дальше? Что делать будем? Я ничего не вижу. Может, музло хотя бы послушаем? Какое ты хочешь? Да никакое, на самом деле. Да, если честно, как бы не до музыки сейчас. Может, да. Тебе что-то принести? Или приготовить, сделать? Все, что хочешь. Может, ты проголодался? Воды поесть. О, я бы попил сейчас воды попил. Диман, принесешь воды? Что там вообще в больнице сказали? Сказали, что это все временно и пройдет, типа, со временем. Надо просто капать глаза, обезболивающие пить, и все будет хорошо. А ты капли купил? Нет, как я мог купить? Мне просто их выписали. Надо будет съездить купить. По-любому. Ты-то уже не сможешь ездить на машине. Ну, надеемся, что это ненадолго. Поддержка, спасибо, Тимоха. Ну... На машине смогу ездить. Тихо, аккуратно. Ну, недолго, Леха. Можете помочь? Ты думаешь, я воды не смогу попить? Ну, это издевательство какое-то. Да я переживаю, может, ты за меня еще в туалет сходишь? Ну, мы тебя сводим, так как ты сам не доберешься до него. Спасибо. Ты че, мы что отодвинули, Лёха? Да? Да. Давай пододвинем обратно. Извиняюсь. Он не разбился? Не, нормально. Даже из развлечений тебе нечего предложить. Подожди, мы же еще Стасу не сказали. О, давайте в ЦИФА поиграем. Давай. Погнали. Раз, два, три. Мы три ножницы. А, да? Прикольно. Да. Раз, два, три. Мы победили Элю. А, Эля же сбоку. Раз, два, три. Одинаково. Мне кажется, вы мне просто подыгрываете. Нет, я тебе честно. А, все, у меня были ножницы. А, да? Что ты врешь? Ты бумагу показал. Ладно, Лех, я не буду тебя обижать, потому что нечестно. Давай, играем честно, последний раунд. А давай сыграем на $1000. Один раунд на $1000. Да. Погнали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. У меня камень. Реально? Блин, косарь проиграл. 1000 баксов. Леша, тебя обманывают. Тимоха, ну как так можно? Ты воспользовался положением, Леша, ну.
Что ты за друг такой? Да Эля, что ты на меня кричишь? У меня камень был. Все, Димас, приедем камень. Да, Тимоха, я тебя такого не ожидал, конечно. Да я пошутил, да ладно, все, у меня была бумага, ты меня выиграл. Ах ты разыгрываешь даже меня сейчас. Я тебе настроение поднимаю, Леха. Да, нормально. Ладно. Я чуть косарь не проиграл, какое настроение? Мне и так везде, блин, не задался. Я глаза испортил, косарь мог проиграть. Все, это потому что ты не ел, Леха, у тебя стресс, поэтому я пойду что-нибудь приготовлю. Да, это потому что, ну давай я бы поел. А давайте, может, уберемся дальше, а то мы что-то как-то забыли про это. Ну ты точно в уборке не участвуешь, поэтому отдыхай тут, а мы с Элей пойдем туда приберемся. Давай. Окей, если что, зови. Хорошо. Все, договорились. Блин, я думал, чашка разобьется, она не разбилась. Ой, что-то упало, ребята. Подожди. Что такое? Палку сюда. Тут слишком много стекла. Ты лучше меньше телодвижений. Если что, зови нас, давай мы тебе будем все помогать. Да блин, это скучно. Дайте мне пожить нормально. Вы будете за мной ухаживать так всю жизнь. Да пока у тебя не восстановится зрение. Все, ты же ничего не видишь. Да, хорошо. Я знаю, как мой дом сделан. Я понимаю, что где. Это диван. Хорошо, вот Эля, не трогай его, посмотрим, насколько он знает свой дом. Давай. Давай. Так. Да Леша, хватит, ну пожалуйста, хватит играть в героя, сядь на диван. Да я же изучил дом. Да хватит, ну Леша, вот ну хорошо. Пожалуйста. Стой на месте. Вот давай проверим, насколько ты знаешь свой дом. Да Тимоха, хватит. Подожди, вот иди по прямой, и ты должен не споткнуться ни обо что. Вот иди. Окей, это стена. Иди вперед, ну что ты боишься? Да это твоя рука, ты что делаешь? Нет, Леха, это была ступенька, а ты говоришь, что знаешь твой дом. Как мы тебя оставим теперь? Да ты меня разыгрываешь, ты меня всегда разыгрывать пытаешься, успокойся. Потому что мы за тебя переживаем. Леш, ну пожалуйста, я прошу тебя, просто сядь на диван, ну хватит, ну. Хорошо, все, я сажусь, все нормально. Никуда не ходи, пожалуйста. Все, просто сиди на месте, Димас тебе сейчас сделает еду. Мы пойдем чуть-чуть приберемся. Короче, Эля, иди сюда. Леха, пельмени будешь? Пельмени? Ну давай. Эля, ты где? Ты где? Тут Эля. Это все, Эля? Все тут. Эля. Не переживай за меня так. Я сильный парень, я совсем справлюсь. Так что все. Иди убирайся. О, блин, я вспомнил. Тимоха, ты где? А, что такое? А, я хотел спросить, а мы же как видос типа снимали 24, а мы снимаем сейчас? Да. Блин, прикинь, какое будет воспоминание жесткое, когда я вылечу глаза, и мы будем на это смотреть, что произошло в этом влоге. Это же вообще жесть. Будет нереально круто. Так, ну я на самом деле реально уже смог наловчиться. Ой, прости. Леха, ты меня ударил. Да? Давай мне пока палку, пока сидишь, я ее подержу. Да я не хочу сидеть. Все. Тимох, короче, ладно, если ты хочешь, чтобы я сидел, притащи ко мне, пожалуйста, если тебе не сложно. Тебе же не сложно? Не, мне не сложно. Я хочу... Можешь, пожалуйста, спеть? Спеть? Ну да, ну прикола. Какую песню выбирай? Про 10 миллионов подписчиков. Вот хочу песню про 10... Погнали, про 10 миллионов подписчиков. 10 миллионов подписчиков не за горами у нас. Ну как тебе, Леха? Ну прикольно, прикольно, реально, скоро 10 лямов. Ладно, мне надоело здесь сидеть, так, давай перещачим. Аккуратно, место. Палочка, держи. Палочка. Все. Одна палочка, другая палочка, выручалочка, это я. Погнали. Ой, тихо, нормально. Аккуратно, так. Куда идем? Пойдем перекусим на кухне. Димас еще не приготовил. Погнали вот сюда. Не-не-не, погнали лучше, присядем на диван. Так, погнали. Тут стеклянный стол, сейчас я его отодвину. А где ты вообще? Нормально? Нормально, Леха. Так, все, садись. Ага. Так, все, отдыхаем пока. Хорошо. Сейчас Димас приготовит. Ты только что чуть не попал мне палкой прямо по лицу. Да? Да. Как ты его садил? Ты какой-то опасный. Всегда, когда садишься, этой палкой размахиваешь. Давай-ка я лучше... А как я буду находить... О, а Эля? Тут я слышал голос Эли. Может, ты что-нибудь принести? Да есть, я хочу. Я жду, пока Димас приготовит, все будет нормально. Мы тут уже и песню попели, прикинь. Караоке. А кто пел? Я. А можете... Это... Я рада, что я это не слушала. А можете станцевать? О, все, теперь твоя очередь. Я пел, ты танцуешь. Леш. Что? Танцевать? Я прикалываюсь. Ну просто не знаю, что они делать. Ну, блин, я не знаю, как мне веселиться, я ничего не вижу. Можем музыку тебе включить? Хотя в чем смысл? Да. Петь я больше не хочу и не буду. Блин, я не знаю, что делать. Вот, блин, не представляю, как можно жить слепым. Ты же реально ничего не видишь. Как можно веселиться? Блин, на самом деле очень жалко. Надо будет пожертвовать фон для них. Я не знаю, как веселиться. Вот накиньте, как можно повеселиться? Я не знаю даже примерно. Все, что ты можешь, это только слышать. Ходить тебе опасно. Кушать можешь вкусную еду. Можем тебе... Смотрите, кстати, как умею. Леша, не надо, нужно! Леха, ты нормальный? Да нафига ты это делаешь? Тебе мало травм или что? Понимаешь? Да нормально, все да вижу. Серьезно, зачем ты? Что ты видел? Да не вижу, а чувствую, типа, прочувствовал пол. Да тебе это не дает ничего, поэтому садись давай. Ты ничего не видишь. Да убирайте дом. Да, как мы можем убирать дом, если ты тут постоянно... Леша, ты ведешь себя как ребенок. Леха, ну что ты творишь?
Все, я устала, я так не могу, Леша, хватит тебя так вести. Хорошо, да, Эля, уже плачет, ну все, успокойся, хорошо, реально. Хорошо. Все, идите, идите. Все, обещай, что будешь спокойно. Вы меня напрягаете, да, идите. Да блин, все, вы меня напрягаете, реально. Все, я ушел. Так, все, мне кажется, идет по плану. Я их максимально сейчас буду бесить, чтобы они на меня прям очень сильно разозлились. Интересно, как они себя поведут в такой ситуации, когда у меня типа нет зрения, а если я буду как максимально наглый. Да? Да, держи. Твои любимые с куркумой, как ты любишь, без сметанки. Кстати, я не... А можно на кухне поесть? Я не хочу запачкать диван, я же ничего не вижу. Ну, погнали. У меня такое чувство, что всегда со мной кто-то находится. Конечно, мы с тобой находимся. Да нет, когда даже вы уходите, как будто со мной кто-то находится, я не понимаю. Без вопросов сел и ешь. Так. Да. Алёха. Давай, давай. Как же сложно быть слепым. Стой, стой, стой. Можешь тебе помочь? Не надо меня кормить, я что, маленький? Так, нет. Открывай рот. Да не надо. Ладно, вот, Илка, вот. Ага. Пробуй. Нацелился? Давай. Молодец. Ты пересолил их, ты чё, Димас? Ты специально меня обкалываешь? В смысле пересолил? Подожди, стой. Дим, ну как так можно, серьезно? Да. И так плохо, ты еще решил его проткнуть. А нет, остро, Димас, ты переострил. Все, я промыл их. Чем ты промыл? Водой. Кто так делает? Ну попробуй, Леха. Ну что, сейчас нормально? Не, не хватает соли. Ну, в смысле не хватает принеси соли? Принеси соль, принеси соль. Так а где эта ваша соль, я что знаю? Да Димас, вон она стоит. Где? Да там стоит. В смысле? Ну он же там лазит по полкам, она где-то рядышком, наверху всегда была соль. Ты что, видишь, Леха? Да не вижу, я, блин, на этой кухне каждый день нахожусь. Ты лазишь по шуфляткам, логично, что ты где-то рядом с солью. А соль стоит на шуфлятках. Ты сказал, вон она стоит. Ну? Где вон? Да я сказал, вон она стоит просто. Он открывал шуфлятку, а значит, он был где-то в той зоне, понимаешь? Значит, ему надо было искать рядышком. Ладно, вот, давай посолим твои пельмени. Да я, ты еще неправильно давай. Засолишь. Ага, ты сейчас посолишь полбанки. Ну ладно, давай соли тогда, я могу промахнуться реально. Тимоха, мне кажется, ты не попадаешь. В смысле не попадаешь? Ну, и мне кажется, ты не попадаешь. Как ты это понимаешь, я тебе прям на пельмени солил. А, да? Я просто предположил. Пробуй сейчас. Вкусно? Да сейчас они пипец соленые, кто солил? Фу, я не хочу больше есть. Да то пересоленные, то недосоленные. Леха, в чем дело? Ладно, все, я хочу заняться спортом. Погнали в спортзал. Погнали. Да, что? Спортзал. В каком смысле? Когда силен телом, тогда силен духом. Мы подберем упражнения, чтоб сиящие были. Так, идем в спортзал. Да что ж такое, Тимох? Аккуратно, аккуратно. Вообще, Тимох, зачем ты его слушаешь? На диван, быстро. Да какой ну? Ай! Пацаны, он как раз, подожди, он хотел найти себе развлечение, пускай хоть одну гантельку поподнимает. Тимоха, ты реально надоел уже, ты не понимаешь, что тут происходит? Ладно, все, хорошо, раз вы такие крикуны, усаживаем его на диван. Погнали, Лех. Странное. Переворачивайся. Да что просто... вы как с ребенком со мной? Ладно, посидим, отдохнем. Ну что, выздоровеешь? Пойдем с тобой в тренажерный зал и не только. Трусы, я бы вас просто размазал на этих турниках, вот вы и испугались. Эля, что стоишь вообще, садись. Что? Что, что, у нее колено опирается прямо мне в ногу. Леша, это все равно очень странно. Все, успокойтесь, давайте смотреть видос. Вы серьезно? Какие видосы? Наши. В смысле, ты хочешь посмотреть наш канал? Спасибо, ребята, а я что буду делать? Я буду что, просто слушать? Да. Хотя, в принципе, я могу картинку себе в голове воплотить, я же снимался в каждом ролике почти. Хотел... И смотрел их точно каждый. Хотел предложить VR, но извини. Ха-ха, шутник. Ладно, все, не обижайся. Ну, включайте. Ладно, Лех, вот мы тебе видос тут включили. Ты сиди, смотри. Мы сейчас вернемся, Лех. Офигенно, видос очень интересный. О, давайте я попробую по звуку понять, что за ролик. Сейчас, я только погромче сделаю. Да, настрой ему по громкости. Все, слушай. О, там был Стас, я уже понял. Так, вы все заметили, что он как-то себя странно ведет? Да. Он постоянно как будто прокалывается. Реально, я не знаю, что происходит. Типа мы же по-настоящему переживаем за него. И если это пранк, это просто... Ты себя вообще тоже ведешь странно, Тимо. Да я просто прикалывался, типа, ребят. Короче, я предлагаю, если он нас пранкует... то мы сейчас сделаем так же. Будем его пранковать. А если не пранкует? Ну, он все равно ничего видеть не будет, что мы будем делать. Ладно, хорошо, у тебя есть какие-нибудь идеи? Короче, надо сделать так, чтобы он сам признался. Согласен. Помните, мы снимали видос с отвратной едой? У нас черви остались. Реально? Давайте я ему предложу, что я сделаю спагетти, а сам ему туда червей наложу. Если он их съест, значит, он реально слепой. Да. Если нет, то он пропалится. Ну, хорошо, смотрите сами. Ох, ребята, это так противно. Не знаю, если бы я делал пранк и был слепым, я бы сразу сдался. Смотрите, они еще шевелятся. Джонни, куда ты лезешь? Нет. Ну, вообще, Эля, знаешь, что я подумал? Что не надо вообще волноваться. Вот реально. Леха, держи, я тебе приготовил самую вкусную лапшу, о которой ты мечтал, с креветками. Да, Димас, я после этих пельменей вообще ничего не хочу. Какая лапша? Каких пельменей, Леха? Ты две штуки съел и все, давай ешь. Что ты...
Макароны обычные, что ли? Нет, с креветками. Тебе наколоть креветку? Да нет. Да, я говорю, за сыры, Емат. Фу. Возьми креветку в другом месте. Вот тут, я да не хочу ваши макароны есть, все, забирать. Недоваренные еще, приколесы, блин. Самые вкусные, самые вкусные. Фу, блин, они сырые. Ладно, хорошо. Все, хорошо, уносим. Так, что-то мне сейчас это не понравилось. Это очень странно. Я на 99,9% уверена, что он не видит. Он бы в жизни не попробовал эти макароны. Подожди, у меня есть последний, самый действенный способ. Я буду перед ним кривляться, делать все максимально смешно. Если он зажжет, то он 100% видит. Но это безобидно, можно ну попробовать. Нормально, реально, погнали. Ничего, что ты щелкаешь? Димас, успокойся, ты что, палку забрал мою? Или что? Что происходит, не понимаю. А ты что смеешься? Лёха, а чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? А чё вы ржёте? Мне смешно, потому что вы ржёте. Так мы приколы тут на телефоне смотрим. Чего? Вы заржали от вашего голоса, потому что в школе такого не было, что кто-то начинает смеяться, весь класс начинает смеяться. Не было. Не, у нас такого не было. У нас тоже такого не было никогда. Ну, значит, вы неразвитые. Да чё вы лахаете, я не понимаю. У меня что-то с лицом. Димас, отойди. Это не Димас был, это был Тимоха. Да не гони, я знаю, это что реально ты... я был. Да? Значит, Тимоха, отойди. Чего вы лахаете, я не понимаю. Посмотри. Куда смотреть, я ничего не вижу. Да блин, вы что гоните, что происходит? Лёша, сможешь угадать нас по рукам? Да изи вообще. О, кстати, давай. Давай. Мешаем. Все, давай. Трогай. Так, ну у Эли всегда есть эти браслеты разные металлические. Это еще ногти, это Эля. Так, у Димаса всегда носит мерч, потому что он крутой. И это вроде бы как мерч, это Димас. Ну, ты понимаешь, что же за третья рука? Ладно, Леха, ты пока сиди, а мы еще отойдем. Да вы постоянно да куда отходите? Что происходит? На одну секундочку. Ладно, тогда давайте самое жесткое, что может быть, я возьму. Леша, все хорошо? Да, палка упала. Я возьму лечебную пиявку и положу ему на руку. Под предлогом массажа. Я даже знаю, как это сделать. Я пойду его подготовлю, вы пока договоритесь обо всем. Окей, мы пока берем пиявочку. А где у тебя, Димас, пиявка? В секретном месте. Лёш, мы тут с пацанами поговорили, и мы знаем, как поднять тебе настроение. Ну и чё? Хочешь сделать тебе массаж? Нет. Расслабишься? Не хочу. Ну, Лёш, ну пожалуйста. Не хочу. Ну это в качестве извинений. Нафига мне ваши массажи? Лёш, я буду делать. Мне всё нормально. Хорошо. Ну пожалуйста, расслабишься, отдохнёшь. Да окей, давай. Что ты как ребёнок? Да ладно. Переворачивайся на спину. Ага. Какой вы массаж уже захотели делать? Ладно, хорошо. Что ты делаешь? Массаж руки, что ли? Что за бред? Да не хочу массажа. Да, Леша, успокойся. Что за звуки какие-то? Что вы делаете? Все, не хочу никакие массажи делать. Успокойся, я тут рядом. Да что вы хотите? Массаж, Лех. Да, блин, вы что, гоните? Вы что, издеваетесь надо мной? Да убери ее! Кого? Руку вашу. В смысле нашу руку? Давай, 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 продолжай, продолжай массаж. Так, давай. Ну продолжаем. Да не хочу еще делать. Убирать, Леша? Руку свою какую убери. Руку? Обычную давай. Руку. Все, отстань. Все, иди сюда. Отстань. Иди сюда. Все нет. Понятно, Леха. Отстань. Да что вы делаете со мной? Я слепой. Отдай очки. А ну иди сюда. Так, Леха. Я не понял. Вот такой ты слепой. Пиявку увидел сразу. Чего требовалось доказать? Иди сюда. Ребята, хочу сказать, то, что это ему с рук не сойдет. Мы ему такой пранк устроим, что он будет просто в шоке. Мы реально поверили ему и переживали. Он просто нас разыграл. Реально, соберите 200 тысяч лайков, мы просто продадим этот дом и не скажем, что это пранк. Я надеюсь, он сейчас вернется, и мы с ним нормально поговорим. Леха, возвращайся! Димас, иди сюда! Тимоха тоже, идите сюда! Что там с ним опять? Уже не слепой, а какой-нибудь я больной? Я не понимаю, где он. В смысле не понимаю, что он прятался? Сейчас мы его найдем. Правда. Леха! Что за фигня? В смысле? Да он сюда убежал, не переживайте. Эля, ты серьезно? Он только пойдемте что нас пранканул. Пойдемте в спальню посмотрим. В спальню. Погнали. Леха! Куда ты собрался? Пойдите в спальню, смотрите. А, не больно. Ну что, признавайся? Что ты делаешь? Не, Леха, реально, мне не смешно. Что не смешно? Все. То, что ты это устраиваешь. Я ничего не вижу, дверь Леша, закрою. Леша, хватит. Хватит, реально, мы тебе верили. Привет! Да вы понимаете, насколько это было сложно разыграть вас! Я вас уже три раза пытался разыграть, вы постоянно меня ловите! Леш, ты понимаешь, что я плакала вообще? У меня была истерика, тебе вообще все равно! Это шутки! Вы понимаете, как дорого было настоящую скорую?
вызвать. Да какая разница, это не смешно, играть на живых чувствах. А что, нам всегда челленджи снимать? Челленджи тоже надоедают, а вот прикола нет. Вот теперь мы тоже тебе что-нибудь подготовим, чтобы ты тоже так попереживал, как мы за тебя. Ну, подготовься. Ну, ребята, я уверен, что вам понравился этот ролик, понравился этот розыгрыш, и вы поддержите меня в комментариях и напишите, чтобы они не обижались, это же все шутки. Я уверен, что вы тоже над друзьями вашими прикалываетесь. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить участие в конкурсе. Напишите в комментариях, опять же, как мне еще их разыграть, они думают, это типа конец, а вот и нет. И, конечно же, ставьте лайки. Ну, а с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!